Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василя Плеханова, я руководитель проекта SIFO Cafe Fintech Stop, организатор профессиональных онлайн-событий. Друзья, незаметно пролетел первый квартал 2022 года. Пора готовить отчетность по НДС и налогу на прибыль. Но, как вы знаете, мы должны при этом учитывать изменения, которые вступили в силу не только с 1 января 2022 года, но и так называемые антикризисные поправки, которые были приняты в марте, и рассказать о том, как правильно их учесть. Все поправки, которые следует отразить в отчетности, мы попросили нашего постоянного спикера, одного из сильнейших экспертов в сфере налогов и бухучета, Викторию Варламову. Виктория является советником налоговой службы второго ранга, руководителем отдела консалтинга и главным экспертом по бухучету и налогообложению аудиторской консалтинговой компании «Правовест Аудит». Виктория также является экспертом при Палате общественных уполномоченных по защите прав предпринимателей города Москвы и также аттестованным аудитором. В общем, я могу рассказывать о Виктории очень много, но знаю, что вы ждете именно ее выступление, поэтому я с радостью сейчас передаю слово Виктории. А вам, друзья, я напомню, что у вас есть прекрасная возможность задать вопросы и получить на них ответы прямо в рамках прямого эфира. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью, задавайте ваши вопросы в чате прямо под онлайн-трансляцией. Желаю всем полезного мероприятия и передаю слово Виктории. Всем добрый день. Еще раз начинаем наш вебинар. И хочу напомнить, что я отвечаю на вопросы после так называемой лекционной части. Поэтому, когда вы спрашиваете, когда вы задаете вопросы, пожалуйста, поясняйте, к какой части вебинара он относится. Потому что иногда бывает непонятно, что именно вы хотели уточнить. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Так, Василя, на всякий случай посмотрите, пожалуйста, видно ли мою презентацию, все ли хорошо? Да, все отлично. Так, сейчас я попробую полистать, потому что иногда бывает у нас, почему-то она не хочет листаться. Ага, вот, листается? Да, все пошло. Все. Замечательно, все, спасибо. Это у нас такая техническая проверка была. Теперь можем спокойно работать. Я сегодня расскажу об изменениях по НДС, по налогу на прибыль, которые были приняты в марте этого года. Это закон 67 ФЗ 26 марта. То есть, что мы должны учесть на практике. Большая часть этого закона уже вступила в силу, применяется с 1 января 2022 года. И также расскажу о самых важных поправках. Ну, давайте скажем, если время останется, которые вступили в силу в плановом порядке с 1 января 2022 года. Начну с налога на прибыль, даже не с налога на прибыль, а давайте скажем так, вот поправки, которые внес федеральный закон в налоговый кодекс, закон 67 ФЗ, я бы разделила на три категории. Первая категория поправок нивелирует рост ключевой ставки Центробанка. Вторая категория нивелирует рост курсы иностранной валюты, ну и третье, это уже непосредственно льготы налогоплательщикам, отсрочки, будем говорить, да, и другие преференции. Вот, поэтому начну с тех поправок, которые нивелируют курс Центробанка. И я буду рассказывать, мне показалось, что можно рассказать не только про НДС, а про налог на прибыль, но и про то, что может быть интересно многим, в том числе для личного интереса. Все прекрасно помнят, что с 28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования. Поэтому от ключевой ставки зависит размер пени. И по общему правилу пени мы рассчитываем за неуплату налогов и страховых взносов, если у нас просрочка до 30 дней из расчета 1/300 ставки рефинансирования за каждый день с 31 дня по 1/150. И при ставке рефинансирования банка 20%, 1/300 получается это почти 44% годовых
Да, мы платим пени за неуплату налогов, а с 24% годовых. А с 31 дня, соответственно, в два раза больше должны были платить, да, из расчета почти 48% годовых при ставке рефинансирования 20%. Законодатели поняли, что не у всех налогоплательщиков могут быть деньги, чтобы своевременно уплатить налоги, и понятно, что драконовские совершенно пени за неуплату налогов получаются, поэтому внесли изменения в статью 75 первой части Налогового кодекса и установили, что с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 пени будут рассчитываться из расчета 1/300 за каждый день просрочки платежа, независимо от срока этой просрочки. Да? То есть больше 30 дней, меньше 1/300. То есть, по сути, при ставке рефинансирования 20% мы платим за неуплату налогов, страховых взносов, пени из расчета около 24% годовых. Ну, так, чтобы можно было с кредитом, да, сравнить банковским. То есть, что выгоднее, да, отложить уплату налогов, возможно, или взять кредит и заплатить налоги. Вот здесь на что хотелось бы обратить внимание. Вот эти удвоенные пени, будем говорить, отменились 9 марта, а ставка рефинансирования была повышена еще с 28 февраля. Поэтому вот в этот период с 28 февраля по 9 марта, если у вас просрочка по налогам или страховым взносам была более 30 дней, не забудьте исчислить пени и по налогам и взносам, вот, можно сказать, в драконовских размерах, исходя из 1/150 ставки рефинансирования за каждый день. А я вот такую даже табличку сделала. Почему я так на это еще обращаю внимание? Ну, то есть мы можем не платить, не как это, отложить уплату налогов, может быть, даже не по своей вине, да, не потому что мы не хотели платить. Мы могли обнаружить ошибку, например, в декларации за прошлый год, и нам сейчас нужно представить уточнение. И вы знаете, чтобы не было штрафов, если мы представляем уточненку, когда у нас увеличивается сумма налога к уплате, мы должны перед представлением уточненки уплатить недоимку и соответствующие пени. То есть я хочу сказать, что пени надо за эти дни рассчитать правильно. То есть если просрочка вот, да, в период до 9 марта была более 30 дней, то там, да, действовала удвоенная, будем говорить, ставка рефинансирования за каждый день просрочки после 31 дня. И с учетом ставки рефинансирования 20%, жуткая жуть, да, получается, какие суммы пени могли накапать вот за этот небольшой период даже, да, с 28 февраля по 9 марта. Вот на это обратите внимание. Ну и еще, на что влияет ключевая ставка? Как ни странно, на НДФЛ может влиять, это больше, будем говорить, для личного интереса. Значит, все прекрасно помнят, что у физического лица может возникнуть материальная выгода от экономии на процентах, если физлицо получило займ или кредит беспроцентный или под низкие проценты, менее чем 2/3 ставки рефинансирования банка от своего работодателя или от взаимозависимого лица. И учитывая, что ставка рефинансирования была увеличена с 28 февраля до 20%, то есть материальная выгода от экономии на процентах у физлиц могла возникнуть, если ставка по займу от взаимозависимого лица или работодателя не превышала 13,33%, да, годовых. Но законодатели внесли изменения в статью 217 Налогового кодекса и освободили материальную выгоду любую вообще от НДФЛ. Причем не просто материальную выгоду, которая там возникла сейчас, да, а материальную выгоду, которая возникла в 2021 году и возникнет в 2022 и в 2023 годах. То есть пункт, новый пункт 90 статьи 217 освободил от НДФЛ любую материальную выгоду. А что относится к материальной выгоде, говорит нам статья 212, это не только
экономия на процентах от полученных, там, беспроцентных займов или займов под низкие проценты. Это и материальная выгода от приобретения у взаимозависимых лиц товаров, работ, услуг по нерыночным ценам и от приобретения ценных бумаг у контролируемых иностранных компаний. Еще раз подчеркну, речь идет об НДФЛ, но мне показалось, что это тоже может быть всем нам интересно. Ну и также на 2021-2022 год освободили от НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам в банках, да, российских. То есть даже если вы получили доходы уже в 2021 году от вкладов в банке, да, то письма счастья по итогам 2021 года на уплату НДФЛ не придут. Вот, ну, вот это что касается НДФЛ. Но вернемся, будем говорить, к налогу на прибыль, да, к заявленной теме. Значит, если говорить о налоге на прибыль, на что здесь может влиять ключевая ставка Центробанка? Значит, она может влиять на размер процентов, которые мы учитываем в доходах и расходах по контролируемым сделкам. Напомню, если у нас есть долговые обязательства, ну, например, там кредиты, да, займы, то мы учитываем проценты в доходах и расходах по факту, то есть в тех размерах, которые они предусмотрены договором. Но если эти договоры относятся к контролируемым сделкам, только к контролируемым сделкам, то мы учитываем проценты в доходах и расходах по долговым обязательствам по факту. Если эти проценты укладываются в интервал, который предусмотрен пунктом 1.2 статьи 269. И вот этот интервал, который связан с ключевой ставкой Центробанка, расширили до 31 декабря 2023 года. По сути, продлили антикризисный интервал, который действовал в прошлом году. То есть, ну, сразу на примере. Да, еще раз подчеркну, это относится только к контролируемым сделкам, все, что я сейчас говорю. То есть, например, если у вас договор с резидентом, долговые обязательства в рублях, вы получили займ под проценты, то вам не нужно определять рыночную стоимость этих процентов, вы можете учитывать проценты по факту. Если по условиям договора проценты могут изменяться, вы берете ключевую ставку 20%, умножаете на 180% на максимальный размер интервала. И получается, что вам не нужно определять рыночную стоимость процентов, если проценты по договору не превышают 36% годовых. Да? Вот. Если же наоборот вы выдали займ своему взаимозависимому лицу, эта сделка считается контролируемой, вам не о чем беспокоиться, даже если вы выдали этот займ под 0% годовых, да, то есть беспроцентный займ тоже считается рыночным, будем говорить, до 31 декабря 2023 года, если у нас договор с резидентом и договор в рублях. Если с нерезидентом, то другие интервалы, да, по иностранной валюте тоже, но их тоже расширили. Вот. Не устаю подчеркивать, потому что после вебинара получаю вопросы, а у нас займ зависимым лицом, надо ли нам соблюдать интервал. Еще раз подчеркиваю, если у вас просто займ, да, взаимозависимым лицом, это неконтролируемая сделка. Если это неконтролируемая сделка, то доходы и расходы вы учитываете в расходах по факту. Никакие интервалы вам в этом случае не нужны. Кстати, о контролируемых сделках. А вы помните, чтобы сделки между взаимозависимыми лицами относились к категории контролируемых, эти сделки должны превышать определенные, то есть доходы по этим сделкам должны превышать определенный стоимостной порог по итогам года, да? То есть доходы по этим сделкам должны превышать определенный стоимостной порог. Если речь идет о сделках между двумя резидентами, то для того, чтобы сделки относились к категории контролируемых, объем доходов, как и прежде, должен превышать 1 миллиард рублей. Да? То есть приличные, да, сделки должны быть, в принципе. Вот, и здесь хочу обратить ваше внимание, если речь идет о сделках взаимозависимыми нерезидентами или о сделках, приравненных к сделкам взаимозависимыми лицами, то начиная с 2022 года порог этих сделок увеличен с 60 до 120 миллионов рублей. Вот, обратите внимание, то есть если у вас сделка с взаимозависимым нерезидентом, да, то для того, чтобы эта сделка была контролируемой, доходы по
всем сделкам с этим контрагентом по итогам года должны превысить 120 миллионов рублей в пересчете на рубли. Ну и в продолжение темы хочу отметить, что также были внесены изменения в первую часть налогового кодекса, и не будет штрафов за неуплату налогов, исходя из рыночных цен по контролируемым сделкам в 2022 и в 2023 году. Что это значит, на мой взгляд? Это значит, что если у вас были сделки с взаимозависимыми лицами, и эти сделки относятся к контролируемым, вы по-прежнему должны сообщить об этих сделках не позднее 20 мая по следующего года, да, после того года, в котором эти контролируемые сделки были. И если вы применяли нерыночные цены, то вы в декларации по налогу на прибыль по итогам года начисляете себе налог на прибыль, исходя из рыночных цен, и в уточненных декларациях по НДС делаете то же самое. Но вот то, что освободили от штрафов за неуплату налогов, исходя из рыночных цен, не говорит о том, что не надо доначислять налоги, если вы применяли нерыночные цены по контролируемым сделкам. Это, на мой взгляд, говорит о том, что если вдруг вы применяли нерыночные цены, и Федеральная налоговая служба, которая проверяет контролируемые сделки, пришла к выводу, что цены не рыночные, она доначислит налоги, исходя из рыночных цен, но никаких штрафных санкций за 2022-2023 год не будет. Вот на это хотелось обратить внимание. А вот на что еще влияет ключевая ставка? Значит, если мы уступаем право требования после наступления срока платежа, то и у нас возникает убыток, а как правило он возникает, да, то здесь никаких особенностей учета этого убытка нет. То есть какой убыток возник, такой мы в расходах и по налогу на прибыль признали. Но если мы уступаем право требования до наступления срока платежа, то возникший убыток мы нормируем. И вот этот норматив, в зависимости от учетной политики, определяется двумя способами. То есть мы можем определить рыночную стоимость по такой операции. Ну, честно говоря, не знаю, видимо, надо взять рыночную стоимость по услугам факторинга в такой ситуации, да? Вот. Или мы можем взять максимальный интервал для контролируемых сделок, предусмотренных пунктом 1.2 статьи 269. Вот, максимальный интервал по контролируемым сделкам, как я уже говорила, если договор заключен между резидентами и в рублях, в этом году составляет 180% от ключевой ставки. Поэтому что получается? Если мы сейчас уступаем право требования по договору, вытекающего из договора на реализацию товаров, работ, услуг, у нас возник убыток, да, мы уступили право требованию до наступления срока платежа, то мы будем рассчитывать размер убытка, если такой порядок у нас предусмотрен в учетной политике, из расчета 36% годовых. То есть сколько бы мы, условно говоря, заплатили бы там банку или еще кому-то, если бы получили кредит на ту же сумму, за сколько мы уступили право требования, под 36% годовых. На всякий случай напомню, предположим, я отгрузила товары, мне должны 1 миллион рублей. Да? По условиям договора срок уплаты через 14 дней. Но мне нужны деньги сейчас, я не могу ждать 14 дней, поэтому я уступаю право требования до срока платежа 14 дней. Вот это право требования за миллион я уступила за 800 тысяч. Да, у меня убыток получился 200 тысяч, и теперь я должна рассчитать, какую сумму этого убытка я могу учесть в целях налога на прибыль. То есть я беру вот эти 800 тысяч, из расчета 36% годовых считаю, сколько накапало за 14 дней до наступления срока платежа. Если сумма получилась меньше 200 тысяч, значит, отражаю то, что рассчитала в расходах по налогу на прибыль. Если вдруг получилось больше, хотя вряд ли, ну, теоретически, да, вдруг получилось больше, чем в моем примере 200 тысяч, значит, отражая в расходах реальный убыток в моем примере 200 тысяч. То есть вот таким образом. Поэтому можно сказать, из-за того, что расширили интервалы для контролируемых сделок, возможность учета убытков в расходах от уступки права требования до наступления срока платежа тоже, да, увеличилась. То есть сумма убытков, можно сказать, увеличили. А вот, а вторая категория поправок направлена на, как я уже сказала, нивелирование роста курса иностранной валюты. И в продолжение сначала долговых обязательств,
Хочу напомнить, что если у нас есть долговые обязательства перед иностранными взаимозависимыми лицами, то есть контролируемая задолженность, и контролируемая задолженность в 3,5 раза на отчетную дату превышает размер собственного капитала или в 12,5 раз превышает, то есть или в 12,5 раз превышает размер собственного капитала у лизинговых компаний, да, или банков, то в этом случае проценты по этим долговым обязательствам мы нормируем. В связи с тем, что резко вырос курс иностранной валюты, законодатели, закон 67 ФЗ, ввел с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 специальные правила для расчета величины контролируемой задолженности, величины собственного капитала по долгам в иностранной валюте, которые возникли до 1 марта 2022 года. То есть если у вас есть контролируемая задолженность перед иностранными взаимозависимыми лицами, она была на 1 марта 2022 года, то в этом случае величину контролируемой задолженности нужно рассчитывать по курсу на последнюю отчетную дату, но этот курс не может превышать курс на 1 февраля 2022 года, а величину собственного капитала мы рассчитываем без учета курсовых разниц, которые возникли с 1 февраля 2022 года. Вот такие специальные правила для расчета по контролируемой задолженности перед иностранными взаимозависимыми лицами. Но вот следующие поправки могут интересовать многие компании. С 1 января, если можно так сказать, да, задним числом изменился порядок учета в доходах положительных курсовых разниц от переоценки требований и обязательств в иностранной валюте. Помним, да, кроме аванса. Значит, с 1 января задним числом, да, эта норма применяется, можно так сказать, внесли изменения в статью 271 Налогового кодекса, и теперь у нас доход в виде положительной курсовой разницы от переоценки требований и обязательств возникает только на дату платежа. При этом в статью 272, дата признания расходов, когда мы учитываем отрицательные курсовые разницы, никаких изменений не вносилось. То есть, напомню, по общему правилу мы переоцениваем требования и обязательства, выраженные в иностранной валюте, на последний день каждого месяца, если нам не заплатили, да, и на дату платежа. Но, как видим, в отношении положительных курсовых разниц с 1 января у нас будет вот исключение из этого правила. То есть если на последний день месяца, получается, у нас возникла положительная курсовая разница, то есть мы должны были бы признать доход, мы этот доход не признаем. А если на последний день возникла отрицательная курсовая разница, то получается, что эту отрицательную курсовую разницу мы для целей налога на прибыль учитываем. Мне, конечно, хотелось бы получить еще разъяснение Минфина, как вот это все должно быть реализовано на практике. Но вот пока для себя я вывела такое правило, да, что с чем сравниваем. Ну, вот если упростить его, да, получается, что если, например, у меня обязательство возникло уже в 2022 году или требование возникло в 2022 году, то я на последний день каждого месяца беру курс, да, на последний день каждого месяца и сравниваю его с тем курсом, который был, скажем так, на более позднюю дату, да, либо на дату возникновения требования и обязательства, либо на дату признания расхода в виде отрицательной курсовой разницы, да, вот, то есть вот с этим я сравниваю курс на последний день каждого месяца и смотрю, возникает у меня положительная или отрицательная разница, если отрицательная, признаю расход, если положительная, ничего не делаю. Да? Ну вот так, как тот написал в чате, возвращаются суммовые разницы, помните, когда-то действительно у нас были, по суммовым разницам не надо было проводить переоценку в налоговом учете на последний день каждого месяца. Вот. А вот уже с 23-го года все будет, будем говорить так, зеркальные доходы, расходы нужно будет признавать по требованиям и обязательствам в виде курсовых разниц на только дату платежа, то есть не будут у нас требования и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в налоговом
налоговом учете переоцениваться на последний день каждого месяца. Но это будет с 2023 года. Пока, еще раз повторюсь, да, пока мы не признаем в доходах положительные курсовые разницы на последний день каждого месяца от переоценки требований и обязательств, да, но признаем отрицательные. Вот так немножко однобоко, ну, это понятно, потому что законодатели могут внести задним числом изменения, улучшающие положение налогоплательщиков, но не могут, да, ввести ухудшающие. Именно поэтому изменения по расходам вступят в силу только с 1 января 2023 года. То есть ждем разъяснений Минфина, что там, да, нам разъяснит. Все-таки хотелось бы почетче, как вообще программный продукт, то есть теперь нужно наладить вот под учет новый порядок учета курсовых разниц. А вот еще на что хочу обратить внимание, вот этот порядок учета курсовых разниц, он только для налога на прибыль, то есть в бухгалтерском учете ничего не поменялось. Вот, следующее изменение, тоже, на мой взгляд, интересные. Больше доходов стало необлагаемых налогом на прибыль с 1 января 2022 года. Закон 67 ФЗ внес изменения в статью 251, включил состав необлагаемых доходов прощенные долги по кредитам и займам, по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года, если эти долги по кредитам и займам прощают иностранные лица, то есть иностранная организация или иностранный гражданин. Любопытно, что когда принимали закон в первом чтении законопроекта про граждан забыли, получалось, что только если нам иностранная организация прощает долг по займу, который у нас был на 1 марта 2022 года, только в этом случае не было дохода. А потом вспомнили и про иностранных граждан, которые тоже могли бы компании, тем более если они уж учредители, простить долги по займу. Также не будет дохода, облагаемого налогом на прибыль, если иностранные лица простят организации долг по займу или кредиту, который, право на требование на который они приобрели до 1 марта 2022 года. То есть я так понимаю, что это может быть кредит, например, от или займ от российской даже организации. То есть, например, организация могла российская, да, получить займ от другой российской организации, а иностранная компания, там, в том числе, может быть, это иностранный участник, да, могла выкупить этот долг у той же российской компании. И вот если этот долг иностранная компания прощает этот договор, да, то есть этот долг выкупила эта иностранная компания до 1 марта 2022 года, то доходов, облагаемых налогом на прибыль у российской компании, соответственно, должника не будет. Вот, вот такое вот интересное изменение. И, кстати, также внесли изменения в пункт 18 статьи 255, то есть освободили от налога на прибыль вот эти прощенные долги при списании кредиторской задолженности. Ну, напомню, 250-я статья, пункт 18, говорит о том, что списание кредиторской задолженности по любому основанию включается в состав нереализованных доходов. Исключение составляет подпункты 21, там с точками, да, пункты 1 статьи 251. И вот наш новый подпункт, освобождающий от налога на прибыль прощенные долги по займам и кредитам от иностранных компаний, да, туда тоже включили. Вот, на мой взгляд, то, что туда включили прощенные долги по займу, еще раз подчеркивает позицию Минфина о том, что при прощении долгов по займу, если эти долги по займу прощают даже участники с долей в уставном капитале не менее 50%, норма, есть у нас еще одна норма, которая освобождает подарки от участников от налога на прибыль, и в данном случае эта норма не работает. Поясню. У нас есть подпункт 11, пункт 1 статьи 251, она в среди исключений в 250 статье при списании кредиторки не названа, но эта норма освобождает от налога на прибыль подарки от участников с долей не менее 50%. Освобождает в виде подарки в виде имущества или имущественных прав.
Минфин говорит, что когда нам прощают долг участники с долей 5, даже с долей не менее 50%, не происходит получение организации ни имущества, ни имущественных прав. И, к сожалению, я вынуждена в данном случае с Минфином согласиться очень, ну, как бы я занималась этим вопросом, изучала, что думают юристы, да, судебную практику. Действительно, когда прощают долг по займу, мы не получаем ни имущества, ни имущественных прав, это происходит просто списание кредиторской задолженности. Так Минфин ее и квалифицирует. Поэтому получается, что если мы не готовы спорить с налоговой, и нам российский участник, да, прощает долг по займу, то и само тело займа, и проценты формально должны быть у нас включены в состав нереализованных доходов, и мы должны заплатить налог на прибыль. Да? Вот это письмо, получается, актуально, если нам прощают долг российские участники или прощают долг иностранные участники тоже с долей не менее 50%, но уже по тем договорам, которые были заключены после 1 марта 2022 года. Конечно, если нам прощают долг по займу, там, например, российский участник с долей не менее 50%, то есть определенные шансы оспорить в суде, что все-таки тело займа, которое нам простили, облагать налогом на прибыль не нужно. С процентами здесь без вариантов. Проценты однозначно облагаем, а вот в суде есть шансы доказать, что тело займа облагать налогом на прибыль не нужно. Но, скорее всего, это будет в судебном порядке. Что у нас еще интересного? Срок уплаты авансового платежа, третьего авансового платежа ежемесячного за первый квартал перенесли с 28 марта на 28 апреля. Напомню, те компании, которые отчитываются ежеквартально, уплачивают ежемесячные авансовые платежи в течение квартала, и вот получается, что третий срок в первом квартале, да, перенесли на 28 апреля. Это было постановление правительства Российской Федерации от 28 марта. Простите. Тут же возникает вопрос, как заполнить декларацию по налогу на прибыль, раз срок уплаты третьего авансового платежа перенесли. КНС сказала, ничего в заполнении декларации не меняется. И действительно, в декларации мы отражаем начисленные авансовые платежи, независимо от того, заплатили мы их или нет. То есть если вы на первый квартал себе еще в декларации за 9 месяцев 2021 года начислили ежемесячные авансовые платежи в общей сумме 300 рублей, то вы и будете показывать, вот я специально даже строки в 210-й, в 230-й строке в моем примере эти 300 рублей, которые были начислены на первый квартал, даже если фактически эти 300 рублей вы не заплатили. А потом уже, будем говорить, налоговая в вашем лицевом счете смотрит по факту, да, сколько заплатили, сколько должны были, да, то есть вот уже по факту смотрим. Так вот, ФНС разъяснила, порядок заполнения декларации по налогу на прибыль не меняется, но чтобы понять, а какую сумму нужно заплатить по сроку 28 апреля, то есть по сроку 28 апреля вы должны, получается, заплатить третий платеж за первый квартал, да, и уже заплатить авансовый платеж по итогам первого квартала, если, будем говорить, налог на прибыль за первый квартал оказался больше планируемых авансовых платежей. Вот, ФНС говорит, вот здесь вы смотрите по факту, сколько вы реально заплатили. То есть, например, да, начислили себе ежемесячных авансовых платежей по 100 рублей каждый месяц, там, по сроку 28 января, февраля и марта. Заплатили 200 рублей. Смотрите, например, по итогам первого квартала, да, будем говорить, налог на прибыль, авансовый платеж, да, по итогам первого квартала составил, например, 500 рублей, а вы заплатили 200 по сроку 28 января, 28 февраля. Значит, по сроку 28 апреля в моем примере, да, и в примере ФНС нужно заплатить 300, да, то есть ежемесячный авансовый платеж 100 рублей и еще 200 рублей получается авансовый платеж по итогам квартала. Если, например, вы посчитали, что по итогам первого квартала налог на прибыль составил там 250 рублей, налог на прибыль, например, составил 250 рублей, а вы заплатили фактически по сроку 28 января, 28 февраля 200 рублей, да, то по сроку 28 апреля в моем примере доплачиваете 50 рублей.
да, то есть лишнего платить не нужно. Это сделано для того, чтобы вот свои обязательства уже, по сути, по итогам квартала посчитать и не переплачивать. Если, например, по итогам первого квартала фактически, да, налог на прибыль, если можно так сказать, оказался, например, 150 рублей, а вы уже заплатили по сроку 28 января и 28 февраля 200, да, у вас получается переплата 50 рублей, то есть платить по сроку 28 апреля в этом случае за первый квартал ничего не нужно. Значит, на что здесь хотелось обратить внимание? Первое, срок уплаты перенесен только для авансового платежа для тех, кто отчитывается по налогу на прибыль ежеквартально. Если вы платите авансовые платежи, исходя из фактически полученной прибыли, то никакие сроки здесь не переносились. Второе. Если вы отчитываетесь по налогу на прибыль ежеквартально, то хочу напомнить, что по сроку 28 апреля наступает срок уплаты первого платежа, первого авансового ежемесячного платежа уже за второй квартал. И здесь, да, первый авансовый платеж за второй квартал тоже никто не отменял, да, поэтому его нужно платить. Напомню, ежемесячные авансовые платежи на второй квартал рассчитываются по 1/3 от авансового платежа за первый квартал. Поэтому, если вы видите, что по итогам второго квартала, будем говорить, прибыль не прирастет так же, как по итогам первого квартала, то есть в первом квартале, понятно, могла быть прибыль, да, а вот в марте, там, предположим, пошли убытки, но прибыль все равно какая-то по итогам первого квартала была. А по итогам второго квартала вы видите, что вот сейчас что-то убытки или там деятельность немножечко, да, там не то, что приостановлена, но как-то вялый, да, идет, поэтому ожидают, а такой же прибыли не будет. Имеет смысл перейти на уплату авансовых платежей, исходя из фактически полученной прибыли. Значит, законодатели внесли изменения в статью 286, и в 2022 году налогоплательщики, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи в течение квартала, могут перейти на уплату авансовых платежей по прибыли, исходя из фактически полученной прибыли. Это можно сделать по итогам трех месяцев, представив соответствующее уведомление не позднее 15 апреля. Это можно сделать по итогам 4, 5, да, и так далее месяцев, представив соответствующее уведомление не позднее 20 числа месяца, по итогам которого вы хотите перейти на уплату авансов по факту. Например, если захотите перейти на уплату авансов по факту по итогам 4 месяцев, уведомление нужно будет представить не позднее 20 апреля. Помните, мы это уже проходили в коронакризисный период. Тоже можно было сменить порядок уплаты авансовых платежей в течение года. И я думаю, что уведомление, его форма и формат не должны поменяться, поэтому, на мой взгляд, можно использовать для формы и формата уведомления письмо ФНС от 24 апреля 2020 года. То есть там все бланки, будем говорить, этого уведомления есть. Но еще раз, да, повторюсь, имеет смысл перейти на уплату авансовых платежей по факту, если вы видите, что прибыль за второй квартал будет значительно, будем говорить, меньше, чем прибыль по итогам первого квартала. То есть тем самым вы не изымаете из оборота денежные средства на уплату ежемесячных авансовых платежей во втором квартале, когда, вот, будем говорить, налога на прибыль по итогам полугодия такого не случится. Вот, то есть для чего нам переходить на уплату авансовых платежей по факту? Но мы должны понимать, что, перейдя на уплату авансовых платежей по факту, декларацию по налогу на прибыль придется сдавать каждый месяц. И еще такой важный нюанс, о котором многие, как показывает практика, забывают. Если у вас средние доходы от реализации за последние 4 месяца в среднем за квартал не превышают 15 миллионов рублей, то вам не надо никуда переходить на уплату авансовых платежей по факту, потому что вы и так не должны начислять и уплачивать ежемесячные авансовые платежи, в частности, да, во втором квартале. То есть вот сейчас мы будем сдавать декларацию по налогу на прибыль за первый квартал. И когда дойдете до срока ежемесячные авансовые платежи на второй квартал,
Что мы должны сделать? Мы должны взять доходы от реализации за первый квартал 2022 года, прибавить доходы, это строка 0,10, прибавить доходы от реализации за четвертый, третий и второй кварталы 2021 года, да, то есть отматываем 4 квартала назад, сложили 4 квартала, грубо говоря, строку 0,10 за 4 квартала, делим на 4, да, получилось менее 15 миллионов рублей ежемесячные авансовые платежи на второй квартал не начисляем. Это прямая норма статьи 286. Это не элемент учетной политики. Итак, вы должны проверять свои средние доходы от реализации в среднем за последние 4 квартала каждый раз, когда представляете декларацию. То есть, вот, на мой взгляд, это довольно распространенная ошибка, когда компании с небольшой прибылью, да, с небольшой выручкой, точнее говоря, да, начисляют себе ежемесячные авансовые платежи в течение квартала, когда не должны были это делать. Вот на это тоже хотелось обратить внимание. Пункт 3 статьи 286, посмотрите внимательно. Вот, но что у нас еще интересного? Льготы дали для IT-компаний. И чуть забегая вперед, наверное, надо было письмо пораньше поставить. У нас, получается, ФНС разъяснила, IT-компанией может стать практически любое подразделение IT-шное, выделенное из обычной компании. Поэтому, если вы думаете, что вот льготы для IT-компании – это не для вас, вы глубоко ошибаетесь. То есть рекомендую рассмотреть и этот вариант тоже. Но сначала давайте посмотрим, какие льготы для IT-компаний. Льготы для IT-компаний установлены по указу президента, и указ президента реализуется уже на уровне федеральных законов. То есть айтишникам дадут льготные кредиты по 3%, им дадут гранты на разработку программных продуктов, им дадут там субсидии, всевозможные компенсации на то, чтобы их работники приобретали квартиру, чтобы у них была хорошая зарплата. Работников, программистов освободят от призыва в армию, да, до 27 лет. То есть там масса-масса льгот. Что касается налогов и налогового контроля, уже айтишников освободили от налоговых проверок на срок до 3 лет, то есть на 3 года освободили их от налоговых проверок. Но налоговые проверки будут проводить только в крайнем случае, будем говорить, в случае вопиющего нарушения налогового законодательства по согласованию с вышестоящей организацией. Вот, то есть айтишники могут 3 года спать спокойно, будем говорить, к ним налоговая приходить не должна. Вот, и также айтишникам обнулили ставку по налогу на прибыль. Значит, была у них 3% федеральный бюджет с 2022 года до 2024 года у IT-компаний, ставка по налогу на прибыль 0%. Но для того, также у них еще есть льготные страховые тарифы, всего 7,6% страховые тарифы льготные. Но для того, чтобы применять и нулевую ставку по прибыли, и льготные страховые тарифы, необходимо выполнить ряд условий. По страховым взносам они могут отличаться в зависимости от того, вновь созданная компания или старая, будем говорить, IT-компания, да, но принцип тот же. То есть, чтобы применять, в частности, нулевую ставку по налогу на прибыль у IT-компании, должна быть аккредитация, среднесписочная численность должна быть не менее 7 человек, самое главное, доля специализированных доходов, будем говорить, это IT-деятельности, должна составлять не менее 90% в общей сумме доходов. И вот в эти специализированные доходы включаются доходы, будем говорить, от монетизации собственных разработок программных продуктов, то есть от передачи прав на программные продукты. Туда же включаются доходы от выполнения работ по разработке программ, от адаптации, модификации программных продуктов, причем можно адаптировать и модифицировать даже чужие программные продукты, и включаются доходы от техподдержки тех программных продуктов, которые вы модифицировали, да, адаптировали или сами разработали. То есть если вы просто поддерживаете какие-то чужие программные продукты, которые вы не адаптировали, просто что-то там, да, делаете, ну, это я утрирую, конечно, то эти доходы в состав специализированных включаться не будут. Вот, будет у меня в ближайшее время, я так думаю, что 12 апреля, именно вебинар по льготам для IT-компаний. То есть сейчас не очень хотелось бы, скажу честно, углубляться в льготы по IT-компаниям, просто вот для справки вам.
Да? То есть нюансы уже надо обсуждать на отдельном вебинаре, конечно. Но я думаю, что это не все изменения по айтишникам, потому что по указу президента должны дать еще льготы тем, кто занимается рекламой в интернете, для тех айтишников, которые разрабатывают приложения. Вот, поэтому я думаю, что мы еще увидим изменения в налоговый кодекс, как только они будут проработаны. Значит, одно из условий для получения льгот по прибыли или по страховым взносам для IT-компании – это получение аккредитации в Минцифре. И, как говорит Минцифра, аккредитацию можно получить буквально за один день. То есть вы потом в слайдах моих можете посмотреть, кому интересно, как получить аккредитацию. Ну, вот это вот интересное письмо, о котором я уже говорила, письмо ФНС от 17 марта 2022 года, где ФНС сказала, что даже если вы свое IT-подразделение выделите в отдельную компанию, и IT-подразделение будет оказывать услуги только, да, вот вашей компании, то есть чужим не будет, налоговые органы будут рассматривать такое выделение, ну, вот как не противоречащее, будем говорить, законодательству, то есть не будут рассматривать это как незаконное дробление и потом доначислять налоги вам как единой организации и отбирать льготы по страховым взносам. Самое главное, чтобы это вот выделенное, будем говорить, подразделение в отдельное юридическое лицо действительно выполняло, вот была IT-компанией, да, то есть выполняла вот эти функции, которые присущи IT-компаниям, а не делала вид, что это IT-компания. Да? То есть вот в таком плане ФНС дала разъяснение. Ну, эти разъяснения ФНС написала, что доведите до нижестоящих налоговых органов и до налогоплательщиков. Скажу честно, статус разъяснения у меня вызывает вопросы. Дело в том, что формально разъяснять порядок применения законодательство о налогах и сборах у нас уполномочен Минфин. То есть можно сказать, что, конечно, это разъяснение касается порядка проведения проверок Федеральной налоговой службы, но где гарантия, что вот сейчас ФНС говорит, ребята, мы не будем предъявлять претензии к IT-компаниям, да, которые выделились, получается, исключительно для того, чтобы получать льготы по указу президента, а где гарантия, что потом ФНС не передумает. Вот, то есть поэтому, что бы я порекомендовала тем, кто хочет все-таки выделить в отдельное юрлицо свое IT-подразделение, которое действительно там занимается адаптацией, возможно, модификацией программных продуктов, да, и последующей их технической поддержкой, то есть здесь, безусловно, все нужно просчитать, а будете ли вы иметь действительно право на применение льгот, в том числе по объему специализированных доходов, если вы сами программные продукты не разрабатываете. Вот, и, значит, что бы я хотела посоветовать? Сделайте запрос в Минфин по именно вашей компании. То есть вот мы, компания, выделили в отдельное IT-подразделение, да, есть ли у нас риски, будет ли применена к нам статья 54.1, поскольку получается, что единственной целью выделения IT-подразделения является экономия на налогах и получение поддержки от государства, да, вот и пусть тогда Минфин, ваша компания лично, пояснит, что никаких рисков в этом плане нет. Вот. Кроме того, я сказала, что айтишников освободили от налогового контроля на 3 года. То есть 3 года замечательно, можно, скажем, пользоваться льготами для IT-компаний. Вот. Но, опять же, нет гарантии, что через 3 года, помните, у нас глубина проверки 3 года, то есть налоговый орган проверит ту же IT-компанию в глубину 3 года и скажет, ой, вы знаете, что-то у нас вот мнение поменялось, да, вы же выделили свое IT-подразделение исключительно для того, чтобы на страховых взносах сэкономить, да, поэтому нет-нет, мы посчитаем все вам без льгот. То есть вот я не могу исключать такой сценарий, может быть, я чуть настроена пессимистично, но что делать, да, то есть мы должны как это идти с открытыми глазами и понимать возможные риски, то есть несмотря на то, что ФНС пишет, ребята, никаких рисков нет, мы будем поддерживать айтишников, в том числе льготами по налогам и страховым взносам. Пожалуйста, выделяйтесь, развивайте IT-отрасль, да, вот.
то здесь все-таки, на мой взгляд, нужно быть немножко осторожнее. Вот. Ну и про специализированные доходы я сказала. Продолжая тему интеллектуальной собственности, также хочу напомнить, что если вы производите научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, в том числе, например, разрабатываете какие-то программные продукты, посмотрите, вот именно для себя, не по договору, да, на разработку ПО, а для себя, то есть это у вас будет нематериальный актив, вы предполагаете, да, посмотрите перечень, утвержденный постановлением правительства, перечень НИОКР, по которым расходы можно учесть в расходах по налогу на прибыль с коэффициентом 1,5. То есть напомню, 262-я статья говорит, что если мы производим НИОКР, включенный в перечень, установлен постановлением правительства, то, потратив, например, 1 миллион рублей на разработки, мы можем включить в расход для налога на прибыль 1,5 миллиона рублей. То есть расходы с коэффициентом 1,5. И с 28 февраля этот перечень был значительно расширен. То есть, в частности, там и программные продукты появились, и всякие конструкторские, там и летательных аппаратов, еще чего-то. То есть много-много-много, поэтому посмотрите. То есть почему бы не воспользоваться тем, чем можно. Изменения стали распространяться на правоотношения с 1 января 2022 года. Также хочу обратить внимание, что с 1 января 2022 года, это, можно сказать, были плановые поправки к расходам на НИОКР, в том числе расходы, по которым можно учесть с коэффициентом 1,5, если НИОКР есть в перечне, добавили расходы на приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности, если эти права приобретены исключительно для участие в НИОКР. То есть, например, если вы разрабатываете программный продукт, и вам для этого нужны права на другой программный продукт, я не знаю, может, антивирус там какой-то хотите встроить в свою программу, да, большую, и вы приобрели там, условно говоря, этот антивирус, программный продукт для вашей большой программы, которая в перечне, пожалуйста, можете это права учитывать, отнести к расходам на НИОКР, и даже если ваши НИОКР в перечне, утвержденном постановлением правительства, вот с коэффициентом 1,5 эти расходы учесть. То есть вот все у нас сейчас для поддержки интеллектуальной деятельности, будем говорить так. Вот, ну и быстренько пробежимся по плановым изменениям по налогу на прибыль, просто на тех остановимся коротко, да, по прибыли, о которых хотелось бы напомнить. Первое. Закреплена позиция Минфина в налоговом кодексе в отношении учета расходов на модернизацию и реконструкцию основных средств. То есть теперь в налоговом кодексе с 1 января четко определено, что если вы производите расходы на модернизацию и реконструкцию, они увеличивают первоначальную стоимость основного средства независимо от их остаточной стоимости, то есть даже если вы реконструируете уже полностью самортизированные основные средства, расходы на модернизацию, реконструкцию вы будете учитывать через амортизацию. Да? Причем, если срок полезного использования после реконструкции, модернизации не увеличился, вы должны применять прежнюю норму амортизации. Напомню, норма амортизации у нас единица, деленная на n. N – это срок полезного использования в месяцах. Если у меня срок полезного использования основного средства, например, 10 лет, то каждый месяц я в расходах по налогу на прибыль учитывала амортизацию в размере 1/120 от первоначальной стоимости. Вот. После модернизации расходы на модернизацию я должна прибавить к первоначальной стоимости основного средства и дальше по 1/120 уже от увеличенной первоначальной стоимости продолжаю учитывать в расходах. Кстати, и до 2022 года Минфин давал аналогичные разъяснения. Вот, а сейчас это, можно сказать, узаконили. Поэтому у меня будет амортизироваться основное средство после реконструкции и модернизации в налоговом учете уже за пределами его срока полезного использования. Вот. И также хочу напомнить, что по налогу на прибыль с 1 января применяется новый порядок учета лизингового имущества по новым договорам лизинга, то есть тем, которые заключены с 1 января 2022 года. Лизинговое имущество амортизирует только лизингодатель. То есть, по сути, лизинг, можно сказать, приравняли к обычной аренде. Да, арендодатель амортизирует лизинговое имущество. Единственное исключение – лизингодатель
может применять повышающий коэффициент амортизации не выше 3, как и прежде, исключение составляет первая треть амортизационной группы. Да, по ним повышающий коэффициент нельзя. Вот. А лизингополучатель учитывает в расходах только лизинговые платежи. Причем, опять же, позиция Минфина закреплена теперь официально. И если в договоре предусмотрено, что в состав лизинговых платежей включается выкупная стоимость, то за минусом выкупной стоимости. По старым договорам лизинга, то есть тем, которые действовали на 1 января 2022 года, вы учитываете расходы, доходы, амортизацию по старому, так как это делали до 2022 года. Причем, на мой взгляд, независимо от того, что у вас в бухгалтерском учете реально. Да? То есть налоговый учет ведете по старому. Ну и еще также неприятное изменение плановое было. Ограничен по-прежнему размер переносимого убытка на будущее до 31 декабря 2024 года. Продлили этот порядок. То есть если у вас, например, по итогам 2021 года в декларации по налогу на прибыль убыток, предположим, 1 миллион рублей, да, вы можете этот убыток переносить хоть 100 лет на следующие периоды, то есть уменьшать текущую налоговую базу, но в 2022, в 2023, да, и в 2024 годах размер переносимого убытка не может быть более 50% от текущей налоговой базы. То есть, если, например, у меня налоговая база по итогам первого квартала составила 200 тысяч, то я могу уменьшить на эти 200 тысяч на сумму убытков в размере, не превышающей 50%. То есть, в моем примере 100 рублей. Да? Оставшиеся 900 тысяч, в моем примере, от убытка в 1 миллион рублей я буду, да, дальше переносить. Вот такие поправки. А что у нас интересного по налогу на добавленную стоимость? Здесь прежде всего изменения касаются, я бы так сказал, туристских объектов. С 1 июля 2022 года будет нулевая ставка НДС по услугам на предоставление в аренду или пользование объектов туристской индустрии. Я посмотрела объект туристской индустрии, как я поняла, это гостиницы, пляжи и горнолыжные трассы. То есть если вы будете предоставлять в аренду или, например, безвозмездное пользование эти объекты, причем не просто объекты, а именно новые объекты, введенные в эксплуатацию с 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции, то по таким услугам будете предъявлять своим покупателям НДС по ставке 0%. Вот. Для того, чтобы 0% была, объекты туристской индустрии должны быть еще в перечне, утвержденном постановлением правительства. Вот. Но я не думаю, что у нас так много людей, организаций, которые передают в пользование объекты туристской индустрии, а гостиниц и других объектов размещения значительно больше. У гостиниц тоже с 1 июля будет нулевая ставка НДС. То есть нулевая ставка НДС распространяется на услуги по предоставлению мест для проживания в гостиницах и иных объектах размещения. Вот здесь я бы так сказала, старые гостиницы, да, будут применять нулевую ставку 5 лет, то есть до 30 июня 2027 года, с 1 июля 2022 года по 30 июля 2027 года, а новые гостиницы – это те, которые введены в эксплуатацию с 1 января 2022 года и включены в реестр, будут применять нулевую ставку тоже 5 лет, но с момента их ввода в эксплуатацию. Вот в чем разница между нулевой ставкой НДС по, будем говорить, предоставлению места в новой и в старой гостинице, если можно так сказать. Вот. Но здесь еще есть масса нюансов по нулевой ставке. Соответственно, четвертый раздел будете заполнять, но это будет в декларации по НДС, но это будет уже в декларации за третий квартал. То есть пока об этом говорить рано. Значит, я не исключаю, что и скорее всего у тех же гостиниц будет НДС к возмещению. То есть раз нулевая ставка, значит, это облагаемая операция, значит, вы вправе будете принимать к вычету входной НДС по той же арендной плате за гостиницу, по тем же коммунальным услугам. И у гостиниц, скорее всего, НДС будет к возмещению. Но я думаю, что у многих компаний НДС может быть к возмещению. Это касается экспортеров, у тех, у кого, например, ставка 10, или у тех, кто вдруг, там, я не знаю, сделал какие-то большие закупки, и вычеты превысили сумму начисленного налога. Поэтому хочу обратить ваше внимание, что на 20-е и 23-е года вводится еще один случай, когда
налогоплательщики могут получить возмещение НДС, не дожидаясь окончания камеральной проверки. То есть сначала денежки налоговые вернет, а потом уже будет проводить камеральную проверку. И для этого не нужно будет представлять ни банковскую гарантию, ни поручительство богатого налогоплательщика. То есть уже начиная с первого квартала вы сможете получить деньги, возмещение НДС, не дожидаясь окончания проверки, при соблюдении одновременно двух условий. То есть вы не находитесь в процессе реорганизации, ликвидации, да, и у вас вы не в состоянии банкротства, то есть не возбуждено производство о несостоятельности, да, банкротстве. Я думаю, что многие компании эти два условия с легкостью соблюдут, да, если можно так сказать. Так вот, в заявительном порядке, но вам могут вернуть не все, что там в декларации к возмещению, да, а есть определенные ограничения. То есть в заявительном порядке вам могут вернуть НДС в пределах той суммы, которую вы заплатили, то есть в пределах суммы налогов, которые вы заплатили за предыдущий год, то есть за 2021 год. То есть если вы за 2021 год заплатили там 500 тысяч налогов, то в заявительном порядке, например, по итогам первого квартала, если у вас есть НДС к возмещению, вам могут вернуть НДС в сумме, не превышающей 500 тысяч, соответственно, да, в моем примере. Вот. В сумме, не превышающей 500 тысяч в моем примере. Да? Если вы заплатили там 100 тысяч, условно говоря, за 2021 год, НДС могут возместить в пределах 100 тысяч. Да? То есть сколько налога заплатили за прошлый год, вот в пределах этой суммы могут возместить НДС в заявительном порядке. Суммы, превышающие то, что вы заплатили за прошлый год, да, по налогам, если вы хотите получить эти суммы в заявительном порядке, нужно будет тогда на сумму превышающую представить или банковскую гарантию, или поручительство богатого налогоплательщика. Да? То есть есть специальные требования и к банковской гарантии, и к поручительству. Вот, но есть такая, будем говорить, неуловка, да, но это грубо, наверное, такое, скажем, замечание. Если у налогового органа есть сведения, указывающие на то, что вы, возможно, нарушили порядок исчисления НДС, в том числе в предыдущих кварталах. Ну вот уже господин Егоров пояснил, например, если налоговый орган видит, что там, например, в том числе в предыдущих кварталах у вас среди контрагентов были неблагонадежные контрагенты, да, то в этом случае у налогового органа будут основания отказать вам возмещение НДС в заявительном порядке. Но отказывает не просто, да, обычный инспектор. Да, принимается решение об отказе возмещения НДС в заявительном порядке руководителем налоговой инспекции по согласованию с руководителем вышестоящей организации, то есть управления. Вот, поэтому это все, ну, серьезно, да, не просто инспектор вам откажет возмещение НДС в заявительном порядке. Поэтому что можно сделать? Возместят НДС в заявительном порядке до окончания камеральной проверки только кристально чистым налогоплательщиком, да, с безупречной отчетностью, что еще раз подтверждает, ну, как бы нашу позицию о том, что действительно льготы по налогам, по НДС, по прибыли могут себе позволить все налогоплательщики, которые уверены в своем учете и отчетности. И для этого нужно и внутренний контроль, да, и внешний контроль, в том числе поэтапная аудиторская проверка, никогда лишнее не будет, чтобы быть уверенным, что действительно отчетность в полном порядке. И, как видим, безупречная отчетность помогает и вернуть свои деньги из бюджета в ускоренном порядке. Кстати, по итогам первого квартала по НДС мы должны сдать декларацию по обновленной форме. Ничего страшного там не случилось, штрих-коды поменялись, да, чуть правила заполнения изменились. В разделе появились, опять же, новые строки для тех, кто возмещает НДС в заявительном порядке. Строка 55, в частности, где нужно указать код, основание, по которому вы возмещаете НДС в заявительном порядке. И судя по инструкции по заполнению декларации, вот у нового порядка возмещения НДС, да, без поручителей и без банковской гарантии, будет код 08. Но пока соответствующих разъяснений от ФНС не поступало. То есть ждем разъяснений от ФНС.
Вот, и еще одно письмо, которое я не могла обойти вниманием, несмотря на то, что оно как бы к изменениям законодательства не относится. Оно касается электронных услуг, которые мы приобретаем у иностранных компаний. Те, кто работает с иностранными компаниями и приобретают электронные услуги, знаете, что при приобретении электронных услуг у иностранных компаний мы не налоговые агенты. Иностранные компании должны сами встать на учет на сайте ФНС и платить налог самостоятельно. Так вот, Федеральная налоговая служба пишет, что столкнулись с такой проблемой, иностранные компании из недружественных государств не могут заплатить НДС, наш российский бюджет, то есть банки не дают перечислять деньги на счет нашего федерального казначейства. Поэтому ФНС рекомендует покупателям электронных услуг, то есть нашим российским компаниям и индивидуальным предпринимателям, исполнить обязанности налогового агента по НДС при перечислении денег за электронные услуги. То есть ФНС рекомендует удержать НДС у иностранной компании за электронные услуги и перечислить этот НДС в бюджет в качестве налогового агента. При этом ФНС, как и раньше было так давно-давно такое письмо, говорит, ну если вы заплатили НДС как налоговый агент, когда формально не должны были этого делать, мы не будем предъявлять претензии к тому, что вы приняли этот НДС к вычету. И также мы не будем предъявлять претензии к иностранной компании, то есть второй раз эти деньги с иностранной компанией взыскивать не будем. Но ФНС говорит, уведомите иностранную компанию, что вы у нее этот НДС удержали. Ну, что я могу сказать? Ну, как-то трудно исполнять обязанности, по которые формально не возложены на компанию. То есть даже если я захочу помочь нашему федеральному бюджету и удержать НДС при перечислении денег за электронные услуги, у меня могут возникнуть проблемы с получением этих услуг. И формально я нарушу договорные отношения. То есть если у меня по договору стоимость электронных услуг составляет, там, условно говоря, $120, $20 НДС, а я перечислю $100, да, получится формально, что я не выполнила условия договора, я произвела оплату не в полной сумме, и иностранная компания может не предоставить мне электронные услуги только потому, что она получила оплату не в полной сумме. Поэтому, на мой взгляд, письмо ФНС можно выполнить, да, вот рекомендации, да, ФНС можно выполнить только в том случае, если мы действительно согласовали этот порядок с иностранной компанией. То есть иностранная компания не против. И даже, на мой взгляд, тут следует посоветоваться с юристами и внести изменения в договор с иностранной компанией, говорить, что вы будете удерживать у нее НДС, хотя формально это противоречит действующей редакции налогового кодекса. То есть надо бы, конечно, по-хорошему вносить изменения в налоговый кодекс, раз сложилась такая ситуация. Вот, поэтому здесь я не могу ничего советовать, принимать ли вам во внимание разъяснение ФНС или же выполнять договорные отношения, то есть, безусловно, каждый должен решить для себя самостоятельно. Но еще раз повторюсь, выполнить пожелание ФНС можно в том случае, если мы действительно договорились с иностранной компанией. Вот, напомню, что до недавнего времени, по крайней мере, да, Минфин говорил, что мы не налоговые агенты, даже если иностранная компания не заплатит НДС, к нам никаких штрафных санкций применяться не будет, и Минфин, кстати, в последних разъяснениях непонятно, разделял ли позицию ФНС, которая когда-то разрешала принимать НДС к вычету, когда мы не должны были выполнять обязанности налогового агента по НДС при приобретении электронных услуг. Да? То есть из разъяснений Минфина недавних, по крайней мере, можно сделать вывод, что не надо платить за иностранную компанию НДС. Но сейчас, как видим, условия изменились. Почему вот я до недавнего времени, по крайней мере, призывала не делать добра, да, не уплачивать за иностранную компанию НДС, потому что это могло обернуться минусом для нас, для налогоплательщиков. То есть было определение Конституционного суда, Верховного суда, да, который сказал, что если мы заплатили НДС в той ситуации, когда мы не налоговые агенты,
то мы не можем принять этот НДС к вычету, потому что раз мы не налоговый агент, у нас переплата, а переплата к вычету приниматься не должна. Я не думаю, конечно, что налоговые органы после такого письма, да, будут вот чинить препятствия и вот там как-то некрасиво поступят и уберут у нас вычетов НДС. Да? Тем более их разъяснение можно приравнять все-таки к разъяснениям для носящим нормативный характер, раз вот они прям для всех, для налогоплательщиков тоже, да, то есть это должно нас освобождать от штрафных санкций, от пени. Если мы заплатим НДС как налоговый агент, а нам скажут, что мы не должны были этого сделать, то эту переплату мы просто зачтем в счет, грубо говоря, недоимки, которая у нас возникнет от того, что нам, возможно, снимут вычеты, вот. Но еще раз, да, каждый для себя решает сам, как применять вот это разъяснение Федеральной налоговой службы. По согласованию с иностранцем, я думаю, вполне, да, можно. Вот, ну и что у нас еще произошло в плановом порядке по НДС с 1 января 2022 года? Буквально коротенько. Больше компаний могут с этого года платить НДС с межценовой разницы, то есть разницы между ценой приобретения и ценой реализации. Случаи касаются, когда мы перепродаем товары, приобретенные у физических лиц для перепродажи. Я думаю, что сейчас будет немало, ну, грубо говоря, таких скупок, да, реализующих товары, приобретенные у физлиц, потому что, ну, определенная паника была, скупали товары, технику, которая фактически не нужна, возможно, была, да, населению, теперь будут ее продавать, может быть, даже чуть дороже, чем купили. Вот. Так вот, с этого года не только при перепродаже автомобилей, но и при перепродаже мотоциклов, приобретенных у физлиц, автосалоны будут платить НДС с дельты, да, с прибыли, будем говорить, которую получили. Ну и также при перепродаже бытовой техники, электроники, приобретенной у физлиц именно для перепродажи, тоже, ну, условно говоря, скупки будут платить НДС с межценовой разницы по обратной ставке 20 на 120. Перечень бытовой техники утвержден постановлением правительства. Здесь нужно обратить внимание в любом случае, что вот этот порядок применяется только в том случае, если мы приобрели имущество физлиц именно для перепродажи и поставили на 41 счет. Если вы приобрели ноутбук, автомобиль у физлица для нужд компании, а потом будете продавать, то вы будете платить НДС полной продажной стоимости. То есть вот этот специальный порядок применяться в такой ситуации не будет. Ну и также хочу напомнить, что с 2022 года услуги общепита освободили от налога на добавленную стоимость. Я не буду сейчас углубляться в общепит, да, что относится, что не относится. Если у вас есть вопросы, я готова углубиться. Значит, вот по услугам общепита я единственное, что хотела обратить внимание, что от НДС освобождены услуги общепита в том случае, если по итогам 2021 года у этой организации или ИП доходы по данным налогового учета не превысили 2 миллиардов рублей, и доходы от услуг общественного питания по итогам 2021 года в общей сумме доходов составили не менее 70%. То есть если у вас вот эти соотношения не выполнены, освобождения от НДС в 2022 году, к сожалению, нет. То есть если, например, у вас есть производственная столовая, и она входит в одно юридическое лицо вместе с производственной компанией, то понятно, что, наверное, выручка столовой не составляет больше 70% от выручки всей компании. Поэтому в моем примере производственная столовая, скорее всего, не будет иметь права на освобождение от НДС по своим услугам. Вот, вот этот нюанс тоже нужно учесть. Но если вы, скажем так, организуете новое юридическое лицо или откроет ИПшник, кафе, ресторан, столовую, там, кулинарию в течение 2022-2023 года, то никаких дополнительных условий применять будет не нужно. Сразу можете применять освобождение по услугам общепита. Но, собственно говоря, про столовую, да, и про услуги общепита я завела разговор вот еще с какой целью. Замечательно, услуги общественного питания освобождены от НДС с 1 января 2022 года при определенных условиях. Но здесь есть ложка дегтя. Когда мы начинаем
необлагаемые операции, то входной НДС, который мы когда-то приняли к вычету, мы должны восстановить. И сделать это нужно в том периоде, когда товар, работы, услуги начинают использоваться в необлагаемых операциях. И этот период, получается, приходится на первый квартал 2022 года. То есть декларации за первый квартал компаниям общественного питания, у которых в чеке нет НДС с 1 января 2022 года, нужно восстановить НДС по тем товарам, работам, услугам, из которых вы уже готовите безНДСное питание, да, и которые используются в приготовлении, будем говорить, в оказании услуг общепита. То есть, условно говоря, нужно было будет восстановить НДС по остаткам продуктов, из которых вы уже безНДСные блюда сделали, да, по остаткам продуктов на 1 января, по остаточной стоимости оборудования, которое вы используете в приготовлении пищи, да, вот без налога на добавленную стоимость, это все нужно будет сделать в первом квартале. Если у вас есть в собственности недвижимость, которая используется в необлагаемых операциях, например, в собственности здания кафе, столовой, ресторана, то нагрузка по восстановлению НДС у вас придется не на первый квартал, а на четвертый. Но восстановить НДС нужно будет не со всей стоимости недвижимости, а там по определенной формуле. Формула в статье 171.1, да, мы сегодня о ней рассказывать не будем. То есть самое главное, если у вас услуги общепита, необлагаемый НДС, не забудьте в первом квартале восстановить НДС по тем товарам, работам, услугам, которые будут задействованы уже в необлагаемых операциях. Вот, это самое главное, что я хотела сказать по услугам общепита. Как видим, изменений немало, и каждый день, что ни день, то сюрпризы. Поэтому мы в Телеграм-канале открыли горячую антикризисную линию, где бесплатно отвечаем на вопросы вот именно по антикризисному периоду. То есть на вопросы по тем указам президента, изменениям законодательства, которые касаются вот сегодняшнего периода, да, на специфические вопросы. Вы можете по QR-коду перейти и подписаться на наш Telegram-канал. Там же мы публикуем видеозаписи наших вебинаров, проверенные новости, статьи по налогам, да, консультации. Поэтому все можно посмотреть на нашем Telegram-канале. Я думаю, всем будет эта подписка полезна. Также вы можете найти нас в Яндекс.Дзене, можете в ВКонтакте и в Одноклассниках, то есть подписывайтесь на наши социальные сети. Но также хочу напомнить, вот сейчас, с одной стороны, на первый план вышла как бы цель оставить компанию на плаву, да, вот сейчас непростая экономическая ситуация в стране, понятно, да, но я хочу отметить, что налоговый контроль никуда не уйдет. Мы все прекрасно понимаем, что бюджету нужны деньги, поэтому налоговый контроль будет усилен. Помните, как у нас было антикризисное, да, вот после коронавирусного затишья вышла на проверку налоговая, да, и доначислила в разы больше налогов, чем до этого периода. Поэтому позаботьтесь, так сказать, о своей налоговой безопасности. Как я уже сегодня говорила, идеальная отчетность налогоплательщикам помогает в том числе и возмещать НДС в заявительном порядке, не привлекать внимание к своей компании. Вот, и поэтому, если вы будете проводить, если вы подлежите тем более обязательному аудиту, начнете проводить первый этап аудита вот в ближайшее время, то это вам поможет и в налогах, и в бухгалтерском учете. Я хочу напомнить, что с этого года у нас вступили в силу 4 новых ФСБУ, и у нас уже много компаний, которые вот просто жаждут бухгалтера начать первый этап аудита по итогам первого квартала, потому что опасаются, что новые ФСБУ неправильно начали применять и хотят, не накапливая ошибок, чтобы аудиторы сразу посмотрели, правильно или неправильно настроен бухгалтерский учет. И уже, да, можно сказать, далее, после первого квартала, если есть ошибки, сразу исправить, и чтобы дальше весь учет уже бухгалтерский был идеален. То есть мне кажется, что это вот поэтапный аудит, это вот просто находка для компаний, особенно сейчас, которые подлежат обязательному аудиту. Вот, и здесь, безусловно, есть и много других плюсов, да, помимо проверки вот постановки бухгалтерского учета. Вот у нас это и помощь аудиторов по тем же ФСБУ,
Вот, и уже делите, разделите ответственность с аудиторами и контролируете риски своей компании, можно сказать, вот, и сдаете сразу идеальные декларации по налогам и сразу готовите бухгалтерскую отчетность. И, кстати, первый этап аудита, который вне сезон, может быть даже дешевле, чем аудит в один этап, который вы будете проводить в горячий сезон. И тем более он отвлечет у вас больше времени, да, чем, ну, я имею в виду, второй аудит уже в горячий сезон отнимет больше времени драгоценного в горячий сезон, чем проведение аудита в нескольких этапах. Поэтому аудит в два этапа для тех компаний, которые подлежат обязательному аудиту, я считаю, это вот просто то, что доктор прописал, особенно сейчас. И поскольку сейчас все меняется, мы тоже меняемся, и мы дополнили наш финансовый аудит, если по желанию, да, оптимизационным аудитом. И оптимизационный аудит вы можете заказать даже как самостоятельную услугу, потому что, ну, если вот говорить по-простому, это аудит управленческого учета. То есть наши специалисты по управленческому учету посмотрят, что у вас в учете, в управленческом, как он ведется, а могут дать рекомендации, какие расходы можно сократить, вот, насколько безопасно эти расходы можно сократить. Вы получите дорожную карту, в которой будет написано, как следует вести, с нашей точки зрения, управленческий учет, что можно улучшить, какой программный продукт установить, чтобы каждый день вы могли делать срез своей компании и видеть реальное финансовое положение. Вот, поэтому сейчас это очень востребованная услуга, оптимизационный аудит тоже рекомендую. Напоминаю, вы можете перейти по QR-коду и буквально за одну минуту узнать приблизительную стоимость услуг как по оптимизационному аудиту, так и по поэтапному аудиту, в том числе по аудиту со страховкой от налоговых претензий. Я думаю, те, кто с нами не первый раз встречается, знают, что у нас есть страховка от налоговых претензий при проведении системного комплексного аудита, когда мы проводим, опять же, поэтапный аудит, клиенты соблюдают наши рекомендации, если вдруг налоговый орган что-то доначисляет, наши налоговые юристы представляют интересы компании в налоговой инспекции, если отбить доначисление не удастся, то компания Ингострах компенсирует штрафы и пени, то есть действительный ущерб. Вот, все, что я сейчас сказала, да, то есть все, что я хотела рассказать, я рассказала. Теперь, с вашего позволения, перейду к ответам на вопросы. Так, в чате, смотрю, у нас 7 вопросов. Так. Поясните, пожалуйста, по мат-выгоде. А если был уплачен НДФЛ в 2021 году, то можно зачесть в счет будущих платежей? Лариса, скажу откровенно, я вот прям вот не суперспециалист по НДФЛ, чтобы вот вам прям четко сказать. Значит, если хотите, то на сайте компании «Правовест Аудит» вы в разделе «Мероприятия» можете совершенно бесплатно записаться на вебинар по НДФЛ. Он будет у Татьяны Тарасовой, наш суперспециалист по НДФЛ, 19 апреля, если я правильно помню. И один из вопросов как раз будет касаться вашего, как вернуть излишне удержанный НДФЛ по материальной выгоде. Значит, насколько я помню, вот прям так навскидку, это, по-моему, статья 230 Налогового кодекса, физлицо, с которого вы удержали материальную НДФЛ по материальной выгоде, должно написать вам заявление, прошу вернуть излишне удержанный НДФЛ. И вот этот излишне удержанный НДФЛ надо вернуть, по-моему, в течение 30 дней после заявления за счет других, да, лиц. То есть вот вы будете удерживать НДФЛ, вот вам физлицо написало заявление, прошу пересчитать, да, НДФЛ с материальной выгодой и вернуть излишне удержанный. И, например, при выплате заработной платы удержите у всех НДФЛ, 1000 рублей получится, а вот этому физлицу 300 рублей надо вернуть. Вот, и в бюджет перечислите 700 рублей, а вот этому физлицу 300 рублей вернете. То есть вот, по сути, да, можно будет зачесть, но вот нужно будет соблюсти порядок по возврату НДФЛ. То есть должно быть заявление от физлица о возврате НДФЛ обязательно.
если я не ошибаюсь, еще раз, по-моему, 230-я статья. Так, положительная курсовая разница не учитывается и по задолженности, которая возникла до 1 января 2022 года. Да, все верно. То есть начиная, по крайней мере, я так поняла тоже, Юлия. Значит, вот с 1 января 2022 года мы, да, если нам не заплатили, будем говорить, на 31 января, мы переоцениваем задолженность, если у нас на 31 января положительная курсовая разница, то у нас дохода нет. Потом переоценили на 28 февраля, положительная курсовая разница, дохода нет. Если отрицательная по сравнению с, получается, с 31 декабря 2021 года, значит, признаем отрицательную курсовую разницу в расходах и так далее. То есть все верно, да. Уточните, пожалуйста, когда компания может перейти на уплату по факту, сроки имею в виду. Значит, на уплату авансовых платежей по фактически полученной прибыли вы можете перейти в любое время в 2022 году. То есть если по итогам трех месяцев, да, за январь, март, то вам нужно до 15 апреля написать уведомление, то есть представить соответствующее уведомление в налоговую. А если, например, за январь-апрель по итогам 4 месяцев, то вам нужно написать уведомление не позднее 20 апреля. Вдруг захотите перейти по итогам 5 месяцев, значит, нужно будет представить уведомление в налоговую не позднее 20 мая. Вот меня, кстати, на недавнем вебинаре спросили, а вот если мы перейдем на уплату авансовых платежей по фактической прибыли по итогам 3 месяцев, январь-март, то какую декларацию или декларации нам нужно представлять за первый квартал? Скажу честно, я посмотрела на всякий случай, никаких разъяснений не обнаружила, даже по коронакризисному периоду, да, помните, мы там тоже по итогам 5 месяцев как-то там по итогам мая могли переходить, но пришла к выводу все-таки, да, путем логических размышлений, если вы переходите на уплату авансовых платежей по фактически полученной прибыли, например, по итогам 3 месяцев, по сути, по итогам первого квартала, то вы представляете одну декларацию, где показываете авансовые платежи по итогам трех месяцев, ставите в себе в зачет, как написано в статье 286, начисленные ежемесячные авансовые платежи за по сроку 28 января, февраля и марта, да, то есть даже если вы их не заплатили, в декларации вы вставите в зачет начисленные в себе авансовые платежи, да, и уплачиваете по сроку 28 апреля разницу, да, которая складывается между, будем говорить, налогом на прибыль по итогам трех месяцев и начисленными суммой начисленных ежемесячных авансовых платежей по трем срокам уплаты на первый квартал. Да? То есть и выводите, сколько вы должны по итогам этого периода. Соответственно, ежемесячные авансовые платежи на второй квартал в этой декларации вы не начисляете. А на какую сумму платежку заполнить, вы уже считаете по факту, ну, приблизительно так же, как я рассказывала в своем примере. То есть смотрите итого за первый квартал, сколько нужно заплатить, и вы читаете, сколько вы фактически уже заплатили, на разницу делаете платежку. Так, среднеспичная численность для IT-компании в 7 человек, включает весь персонал, в том числе секретаря, ассистента и так далее. Да, значит, Владимир, у нас есть, будем говорить, инструкция Росстата, как считать среднеспичную численность, как считать численность. И здесь, знаете, что важно? Значит, очень важно посмотреть, а какую численность нужно взять. То есть об этом я предполагала рассказывать на специализированном вебинаре для IT-компаний. Еще раз повторюсь, я собираюсь его проводить 12 апреля. На нашем сайте сегодня-завтра появится анонс. Я имею в виду сайт компании «Провайст Аудит» в разделе мероприятий. Поэтому вы тоже можете записаться, и мы обсудим все нюансы. Там очень много нюансов. То есть дело в том, что, например, чтобы IT-компаниям применять нулевую ставку по налогу на прибыль, вот эти три условия о среднеспичной численности и об аккредитации, и о доле специализированных доходов должны соблюдаться в течение года. То есть если не соблюдаются, то с начала года пересчитывается налог на прибыль по общей ставке. Да? А для того, чтобы применять льготные страховые тарифы,
Здесь необходимо, то есть для того, чтобы применять льготные страховые тарифы, если вы не вновь созданная компания и хотите применять льготные страховые тарифы в 2022 году, то вам нужно взять первое доход и посмотреть, соблюдались ли у вас условия по среднесписочной численности по специализированным доходам по итогам 9 месяцев 2021 года. И если не соблюдались, то вы, к сожалению, не можете применять льготные страховые тарифы для этих компаний в 2022 году. Да, если соблюдались, то еще нужно выполнять условия в 2022 году, чтобы применять льготные страховые тарифы, все три. Да? Если вы вновь созданная компания, то вы соблюдаете вот эти все три условия в текущем периоде. То есть понятно, что прошлый период для вас значения не имеет. То есть здесь есть, понимаете, Владимир, определенные нюансы. Более того, для вновь созданных компаний учитывается численность в 7 человек для страховых взносов, по-моему, для стареньких среднесписочная численность. Вот. И здесь есть разница между численностью и среднесписочной численностью. Да? Вот в численность, сейчас в среднесписочную численность, по-моему, не включаются совместители внешние, да? А в численность включаются. То есть вот, понимаете, здесь такие нюансы, но, к сожалению, вот я прямо сейчас, да, эти нюансы озвучивать не готова, потому что я не имею дела каждый день с IT-компаниями, и мне еще раз нужно вспомнить все-таки все нюансы, поэтому приходите на специализированный вебинар по льготам IT-компаний, 12 апреля он будет, анонс, еще раз повторюсь, на сайте «Правовест Аудит» в разделе мероприятия будет завтра. Так, а если проект начался в конце 2021 года, можно на расходы по НИОКР по этому проекту в 2022 году применять коэффициент 1,5? Можно, конечно. То есть если проект у вас, то есть там все зависит от даты признания расходов, да, там, например, если у вас первый этап или там какой-то этап проекта закончился в 2022 году, то вы к этим расходам по этапу, да, применяете коэффициент 1,5. То есть там есть нюансы, но в зависимости от нюансов можно. То есть в общем, как это, я бы так сказала, по общему правилу можно. Самое главное, чтобы у вас проект был вот в этом перечне, утвержденном постановлением правительства. В компании есть полностью амортизированные капитальные вложения в неотделимые улучшения арендованного имущества. Срок амортизации был установлен по сроку договора аренды, а в случае пролонгации требуется пересмотреть срок полезного использования данных объектов. Значит, Эльза, вот вопрос ваш, так как он написан, касается бухгалтерского учета. По бухгалтерскому учету я не беру на себя ответственность давать рекомендации. Если ваш вопрос касается налогового учета, то есть налога на прибыль, да, здесь хочу вам напомнить, что неотделимые улучшения в арендованное имущество, если это капвложение, учитываются в расходах, то есть амортизируются у арендатора только в том случае, если их стоимость арендодатель компенсировать не будет. Да? Ну, предположим, что у вас эти условия соблюдаются. Теперь, что касается срока полезного использования. В отличие от бухгалтерского учета, для налога на прибыль стоимость неотделимых улучшений в арендованное имущество амортизируется по срокам, предусмотренным классификатором. Здесь у вас есть, будем говорить, выбор, какой срок установить. То есть вы устанавливаете срок полезного использования по классификатору, если то, что вы, будем говорить, построили, надстроили, да, вот если вот эти неотделимые улучшения вы нашли в классификаторе отдельно. Ну, я условно говорю, сделали лифт, да, посмотрели по классификатору срок полезного использования лифта, там 15 лет, ну, условно, я не помню, да. Значит, вы можете установить срок полезного использования по этому неотделимому улучшению лифту, да, 15 лет в моем примере, и в течение 15 лет, то есть из расчета 15 лет амортизировать в налоговом учете в пределах срока договора аренды. То есть если у вас договор аренды закончится, все, у вас останется недоамортизированная часть, недоамортизированную часть в целях расходов по налогу на прибыль вы учесть не сможете. Вот. Или же, если вы не нашли то, что там сделали неотделимые улучшения в своей отдельно в классификаторе, то вы устанавливаете для неотделимых улучшений для налога на прибыль тот срок полезного использования, который
установлен для того, куда вы эти неотделимые улучшения сделали. То есть если вы там что-то построили, пристроили или реконструировали, например, недвижимость, то вы смотрите срок полезного использования здания, да, которое вы арендуете, куда вы это все понаделали. Если срок полезного использования здания там 30 лет, то из расчета 30 лет вы амортизируете свои неотделимые улучшения. Опять же, договор аренды закончился, осталась недоамортизированная часть в целях налога на прибыль, ее учесть нельзя. Поэтому обратите внимание, бухгалтерский учет по неотделимым улучшениям отдельно, налог на прибыль – это совершенно другое. И теперь вот давайте предположим, что вы все делали правильно, там, условно говоря, сделали неотделимое улучшение в недвижимости, там из расчета срок полезного использования в 30 лет, в течение срока договора аренды вы, значит, вот по норме амортизации их учитывали. Теперь что? В случае пролонгации требуется пересмотреть срок полезного использования. Значит, в случае пролонгации договора, если говорить о налоге на прибыль, вы продолжаете учитывать амортизацию этих неотделимых улучшений для налога на прибыль. Вот, про бухгалтерский учет я не говорю. Так. А если мы поставили на 41-й счет, но перед продажей используем в интересах компании, что будет с НДС? Вот формально, Роман, если мы читаем статью 154, то я так понимаю, что речь идет об имуществе, которое мы приобрели у физлиц для перепродажи. Формально получается, что здесь главная цель, для которой мы приобрели. То есть если мы... Ну, давайте будем говорить, если мы все-таки торговая организация, которая скупает у физлиц, да, имущество именно для перепродажи, тогда вы будете платить НДС межценовой разницы. А если вы сделали вид, что купили для перепродажи, а на самом деле, ну, то есть вы делаете вид, что купили для перепродажи, но что-то вот пока никак не продаем, видимо, да, вот, поэтому решили сами попользоваться. Вот, то здесь, безусловно, есть риски того, что налоговая вам захочет доначислить НДС полной потом продажной стоимости, потому что, как это, вы не отразили действительный смысл вашей операции. Да? Вот, поэтому не очень понятно, что вы там перед продажей используете в интересах компании. То есть если для перепродажи, значит, перепродажа, то есть, условно говоря, купили бэушный автомобиль, да, если вы его для перепродажи поставили на 41-й счет, что ж вы его для интересов компании-то используете? Ставьте тогда там на 0,1, да, если вы на нем ездите, а потом уже с 0,1, да, для перепродажи, да, если вот подлежащие продаже основные средства. Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, большие риски, если вы делаете вид, что купили для перепродажи. Но формально еще раз, да, статья 154 требует цель, приобретенные для перепродажи. То есть если эта цель соблюдена, формально межценовой разницы. А налоговые органы уже, да, у них могут быть обоснованные сомнения. Подскажите, пожалуйста, в случае, если мы примем решение исполнить обязанность налогового агента по электронным услугам, то размер НДС, который мы заплатим в бюджет, будет по ставке 20, а не 16,67. Ведь 16,67 только для иностранных контрагентов. Соответственно, при этом мы должны будем внести изменения в первичные документы, так как в них изначально был выделен НДС в размере 16,67. То есть были выполнены условия для принятия к вычету НДС по электронным услугам. Значит, что мы здесь делаем? Не совсем верно, Оксана. Значит, если мы возлагаем на себя обязанности налогового агента, то налоговые агенты исчисляют НДС не по ставке 20%, а по ставке 20 поделить на 120. Если вы на калькуляторе поделите 20 на 120, то вы получите те же самые 16,67. Поэтому при перечислении денег иностранному контрагенту за электронные услуги, если он согласен и если вы готовы выполнять обязанности налогового агента, вы, по сути, удержите ту сумму НДС, которая у вас в первичных документах, то есть 16,67. Но здесь действительно вопрос интересный. То есть если мы возлагаем на себя обязанности налогового агента, то я хочу напомнить, что налоговые агенты при перечислении денег иностранному партнеру удерживают НДС и сами для себя.
составляют счет-фактуру, как налоговые агенты. То есть продавцом в этом счете-фактуре будет ваш иностранный контрагент, покупателем вы, да, и вы покажете в этом счете-фактуре ставку НДС 20 на 120. Ну, сказать честно, даже если 16,67 отразите, на мой взгляд, тоже налоговый орган не будет предъявлять претензии, да, но формально у налоговых агентов 20 на 120 это те же 16,67. В любом случае, да, для того, чтобы налоговый агент принял к вычету НДС, НДС должен быть уплачен в бюджет, услуги оказаны, здесь все то же самое, что по электронным услугам, да, а по электронным услугам, если мы принимаем к вычету НДС на основании документов, которые нам дает иностранный партнер, самое главное, чтобы сумма НДС была выделена отдельной строкой. При этом, по большому счету, ставка НДС, иногда и сами иностранные компании, я видела, указаны 16,67, а 20 на 120 все равно. Вот, самое главное, чтобы сумма НДС была выделена отдельной строкой. Поэтому, на мой взгляд, здесь вы должны все-таки на всякий случай выпишите сами себе счета-фактуры, как налоговые агенты, раз мы все-таки выполняем обязанности налогового агента по НДС, ставка 20 на 120, и примите к вычету ту же самую сумму, которая у вас в первичных документах. Так. То есть первичные документы переделывать не надо. Вроде все, да. Вот, я ответила на все вопросы. Так. Демонстрацию экрана. Василя, хочу вас попросить подключиться. Всем большое спасибо за вопросы. Большое спасибо, очень интересные вопросы. Иногда даже не задумываешься, да, вот какие вопросы могут возникать. Все, что я хотела, рассказала, на вопросы ответила. Всем хочу пожелать здоровья. Да. Это по-прежнему актуально. Ну и чтобы ваше и финансовое благосостояние вам и вашим компаниям. Сейчас это тоже одна из актуальнейших тем. Все, всем до свидания и до новых встреч. Василя, до свидания. Спасибо. Спасибо большое, Виктория. Как всегда, прекраснейший вебинар. Я абсолютно согласна с нашими участниками, которые в чате говорят, что прекрасный спикер. Действительно, Виктория может по полочкам разложить практически любую сложнейшую проблему, задачу. Друзья, вы спрашивали про презентацию. Мы уже выложили в чате для вас ссылку для скачивания. Берите, изучайте. Там же в чате вы найдете контакты Виктории. Можно будет связаться напрямую, задать ваши вопросы. И там же, кстати, информация вот по спецпредложениям, обязательно и воспользуйтесь. Это, ну, на мой взгляд, на российском рынке по подобных предложениям вообще практически нет, поэтому обратите внимание. Видеозапись также сохранится на этой же странице, можно будет вернуться посмотреть. Друзья, те, кто пропустили, видела тоже в чате упоминание про налогу, по налогу на прибыль. Видеозапись прямо сейчас сохранится, можно будет пересмотреть. Спасибо большое и до новых встреч. Спасибо вам за столь активное участие и всем удачи!